В рамках презентации республики в Общественной палате России Михаил Игнатьев встретился в Москве с уроженцами Чувашии. Представители диаспоры нередко собираются вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы. На очередной встрече говорили о патриотическом воспитании в Чувашии. Подробнее Дмитрий Ковалев. Иван Николаев, Николай Гаврилов, Анатолий Григорьев – эти люди составляют гордость республики. Военные в запасе, уроженцы Чувашии, они, живя в Москве, принимают самое активное участие в воспитании молодежи. Благодаря их поддержке в регионе создают кадетские отряды. Дочь космонавта Андреяна Николаева тоже считает патриотическое воспитание важной работой. Это необходимо. Такая связь нужна. И нужна нашей многонациональной большой стране, чтобы нам дальше продолжать наше развитие. О том, что в республике чтят имя героя гражданской войны Василия Чапаева, хорошо знают его внуки. Аркадий и Татьяна уже давно мечтают посетить родину своего деда, правда, пока приехать в республику не позволяют дела. Встречи с чувашской диаспорой они стараются не пропускать. Очень приятно, что на родине деда так его помнят, чтят. И мне хотелось бы, чтобы все брали с вас пример и своих земляков также уважали. Мне очень приятно иметь тесные связи с представительством Чувашии здесь. Мы всегда их поддерживаем, всегда откликаемся на их просьбы. И мы желаем народу Чувашии успехов. Потому что я знаю, вот недавно смотрел по телевизору, там такие прекрасные вещи делают и для космоса. В работе круглого стола приняли участие члены Общественной палаты страны. Председатель Совета по защите граждан от наркотиков, алкоголя и табака Султан Хамзаев отмечает, что республика ведет в этом направлении большую работу, пропагандируя здоровый образ жизни и массовый спорт. Чувашская республика для нас принципиальный регион. Мы не просто планируем, а выстраиваем определенную методику по помощи работы в школах, когда мы говорим о первичной профилактике, когда мы говорим такие важные явления, как ГТО, это спорт в массы. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии начали внедрять систему контроля над объемами производства и оборота алкоголя. 55% продавцов вошли в эту систему для того, чтобы четко отслеживали, куда идет бутылка, где она продается и где в конечном итоге на выходе оказывается. Все те индикаторы, которые по выполнению указа президента Российской Федерации есть, мы их выполняем. Реализованными в республике проектами заинтересовались и власти Саратова. Председатель областной общественной палаты предложил подписать соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между регионами. У нас достаточно много представлено людей этой национальности. Ну и вообще очень интересно посмотреть то, что мы могли бы взять в Чувашии, закупить, так сказать, с точки зрения бизнеса и так далее. Мы много говорим сегодня о туризме. Внутреннем туризме. И уделяем это внимание. Поддержал Михаил Игнатьев и идею провести в Саратове Дни Чувашской Республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.